Моя не запустилась. У меня лобби показывает. Пиздец. Кстати, Димка, а ты добавил творение Кагора уже? Или на доработку пока оставил? Сейчас тестим. А. Значит, пока на время натовцы и китайцы забудут. Можно уже выходить, в принципе, да? Да. Закрывайте игру через диспетчер, скажите, кто не тем тоже, что ли, хочет. Ой, кто за кого? Пока никто, ни за кого. Репост. Ну, я в том смысле, какие стороны. Да. У нас авокампо не загружался. Рехост. Сервак будет, маякните, я зайду. Do you guys play Gates of Hell as well? No. We're playing only... Ah. That's funny. Сервис заходить. Блин, зашел в игру, вроде должно быть нормально. Как же? И кто не зашел? Кот. Нет, кот зашел. А, кот опять вылетел. Иди, мы сейчас расцветаем все. А кроме вот этих самолетиков двух, ничего нового из зенитов не добавляли? За пехотные бригады ничего не меняли? Попозже будут. Попозже. Хватит пока. Потерпи, мне не нормально. Попозже, мне про сейчас интересно. Я же месяц сколько? Ну, месяц два не играл. Хочешь, я тебя могу на полгода, на год инсайд слить, но это тебе мало. Нет, я говорю, блин, просто чтобы знать, что добавилось, что не добавилось. Санчес, пока не сразу душ. Ну вот, мне это и нужно было. Вакэмпл, нажми галку еще раз. Прожми. Ну, погнали. Так, что, бригада за баня? Фарватер красненький. Да, красненький. Красненький. По кампу загружаешься? Да. А где этот неадекватик? Убежал? Ёбаный кот, блядь. Давайте без него просто и все. Давай. Тик мне вон нахуй. Юрас, ты знаешь, как ты подставил, кстати, сегодня нас? Круто. Да я думал... Я тебе в среду, кстати, писал. И ты читал сообщение. Да, я думал в 6, блядь. Мы без кота сейчас грузимся? Не, нормально, с котом. Нет, так ты хоть бы мне в последний момент написал, что, блин, сорян. Сорян. Ну, я Сэу мне звонил, я ему сказал. Ну, так Сэу звонил уже, когда время тикало. Короче, технарь у нас. А, да? Они прошли просто не поиграв. Ну, я уже да. Это нормально. Так понимаешь, может, Дим, чтоб ты понимал, понимал, я ему в среду или во вторник написал, что будет игра. Вот, да-да, окей, все, да, буду. В итоге наступает суббота. С сервера никто не выходит. А может без Гомеса, может вы его нахуй забанить? Говнореза. Там еще целого. Да ладно, хватит вам земляка бежать. Он единственный. Может, конечно, адекватнее было найти, но их нет.
Мне до сих пор кажется, что Гомес просто кому-то уходит. Интересно, почему Бизона нет? Почему не заходит? Всем пофигу. Почему? Я пошел хавать. Какой хавать, Дима? Ты уже отхавался сегодня постоянно. Что, там какая-то легендарная история? Кстати, а китлип у нас или нет? Блин. У меня вот такой вопрос к вам складывается. Мы скоро начнем или я могу в магазин за Нигири сходить? Нет, не могу. Успеешь. А где у тебя пятерочка внизу, что ли? Вообще-то не Онигири, а по-другому Ишак, блядь. Иди нахуй, узкоглазый. Рот закрой, блядь. Он по-другому называет. Это вы, пидорасы, его Онигири называете. Чё вы о чём вообще? Попытка номер два запускается. Гусь, вы о чём? Да он тут доказывает свою точку зрения. По поводу. Запустился, все нормально. По поводу того, как правильно называть Онигири. Поделились. А как? Я они... еще раз говорю, он не Онигири, блядь, это по-другому называется. Я тебе еще раз говорю, иди нахуй, скуглазый. Так, ну Онигири называется. Чё, черт, ебан. Оно может по-другому быть. Нахуй ебал, блядь. Ладно, прости. Как, что называется? Я тебя прощаю. Магазин, что ли? Нет, там, блядь, сам как кимпап называется на корейском. Ну так, блядь, это на корейском, сука. Ну хол нахуй. Какие вредные корейцы пошли. Смокер. Это паузу поставьте, мне попить надо. Смокер ушел. Смокер ушел. Он гибрид, я понял. Тортик. Но есть Toyota Prius гибрид. Паузу поставьте. Нет, не поставлю. Пусть подавится. Я на острове. Берете бригаду, идете вперед и распределю. Я на большой земле. Маленькая карта. Маленькая. Она не маленькая. Тортик, ты гибрид. Так, гибрид, мне тортик, еще кого-то надо. Нормально. Ну вот бери себе гибрида в виде тортика. Ну серьезно, ты мне тортика сейчас спихнешь. Ну, доктор. Да. Да, я попил. Выдайте предупреждение валерьянке, пожалуйста, чтобы был... С учетом того, откуда он? Почему без предупреждения выглядит забавно? Всем тихо. Тима, штортик направо, распределитесь между собой, кто куда. Гусь самая левая. Провотер сюда. Вакампл. Центр лево. Можно ВДВ взять. Санчес поле нет, нельзя. А третий левее. Давай, мы за стрелков и вперед. Ребята, ЗРК не забываем. Че, Тортик направо идет? Да. Ну я у воды, короче, Тимка, правильно понял? Тима, Тортик, я так понял, с тобой на остров? Да. Тортик, идешь у края карты. Бегом. Вот были бы мы с тобой. Сочувствую тебе, Тортик. Точнее, Тимаш. Тортику не сочувствую, Тимушу сочувствую. Да ему-то что он сегодня? Жду. Ладно, мне пару кавок. На турнир не пришел. И на фланг не придет к Тимушу. Ничего, переживет. И две недели получит просто. Отбивайся, Серега, один. Как-нибудь. Слушай, ты заранее продумай пути отхода, на всякий случай. План Б. Бегать надо. Санчес пехоту на себе. Меня расстреляли, но Дика, я не это стал. Специальный грузовик. А, все, грузовик доступен, что-то проспал. Это мобильный отряд. Аэромобильный. Аэромобильный. Чего Димаш раньше меня пробежал? Жду задания. Димаш раньше тебя начал бежать, потому что... Да? Руины, получается. Жду задания. Я тогда вот здесь займу оборону и буду потом пытаться... Нет, ты тут не займешь оборону, ты будешь прессинговать их. Прессингуй, понял? Нет, я отказываюсь. Жду, ну, чего отказываюсь? Давай, вперед. Все, они заняты уже. Двигай конями, поршнями, давай. Вперед, на убой, марш на фарш. Александр, конь. Держи, ГУ. Подожми, что ты стоял здесь. Нет, туда уже не пойду. Я уже 100 лет не играл, я забыл, что бывает, что нет. Отжимайся быстрее. Куда инженерка поехала? А, это обычная. Окей. Да, я понял. Есть диверсант? Нет. У
Вы сейчас сюда попробуйте выпасть. Блять, ну что за пиздец? Почему так далеко достаю? Привыкай. Где ШГ умер? Ой, вертолет по краю карты. Сбивай с пузырка. Ты же взял пузырка? О, жду. А они взяли пузырка, между прочим. Я тоже взял. Беда. А я не взял. Они взяли. Ну я давай, они будут высаживаться здесь. Это что, это раненовский вертолет? Отлично. Сейчас мы их. Да, а че еще то может быть? Расстреливай. Не знаю, кто у них это. Кусай, сука. Ой. А я могу спиннить их что-то? Он что есть? На. Всех там убили? Пехота здесь. Диверсант! Да. В воде. Жду задания. Убейте, возьмите пехоту. А там у меня пузырьков нет. Жду задания. Диверсия удалась. Нет, я их не могу показать. Так, вот они. Убили его? Тортик, ты уверен, что там ты всех убил? Да уверен, что меня там дальше. Второй вопрос. Снайпер собрался нужен? Знаете, меня поджимают жестко. Я иду. Я их сейчас с фланга займу. Тимаш, быстрее, пожалуйста. Да я уже тут, у меня тут уже пехота подошла. Ну вот тут это, блядь, дельтафорсы нахуй. Ну я не может быть сильно много этих дельтафорсов. Их дохуя, Тимаш, блядь, не больше. Их дохуя. Кстати, меня тоже поджимают. Пока летает на левом направлении. Так, у них работает тяжелый снайпер. Понял? Где? Он где-то работает. Потому что работает. Я бы то, что видел. Алло, 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 пацаны. Угу. В чем? Играем в Cold War, нет? К счастью, БРДМ это реальненько бань смерти. Че, подождать вас? О, это вертолет! Там могут быть ПЗРК, и они, наверное, там конечно, есть. Я сейчас вымою, чтобы они тебе не было, вот, прям, чтобы я уже обстреливаю. Вот, вот он, ПЗРКшник. Я говорю, я специально бачу ПЗРКшника. Убил ПЗРКшника. Ну там, там брыля. Вали ее. Блин, не туда я залетел. Вали Брэдли. На самом деле. У него что-то большое работает. Арта у него уже появилась, что ли? Или они у него авиация? Кто у него? У него авиация. Ракета на самом запустили. Так, ладненько. Теперь... Вот, да блин! Надо, надо его оголить. Надо что-то делать. Надо прыгать что-то делать, Димка. Блять, у меня проезжают. Убейте его, пожалуйста. Помогите мне, кто у меня тут играет. Меня, блядь, снимают только вдвоем. Чем ты его? Свои бэхи, нормально. Слышите, меня штурмуют вдвоем. Помогите, пожалуйста, блять. Санчес, помоги БМПшкой. Так, я тебе пехоту сейчас подкину, ты разберись, попробуй с прыгой. Осторожно, она сейчас будет тебя пускать. Да подожди. Давай быстрее, а то у меня новое отделение, пехоты сейчас разъебут. Так, Тортик, смотри, сейчас разведка будет. Готов 30. Сломал пулемет, смотри. Отлично.
Вот эту вот хуйню убейте, она пехоту убивает. Подавились? Спасибо. Так. Спасибо. Поджимаемся. Правда, блядь, большую часть пехоты все равно убили. Едет, едет, едет. Где? Не могу я его затрофеять. Отлично, еще Бардем и этот самый трекер. Я трешку вызываю. У меня этот РПГ 29 ползет на рейд. Мне что лучше, трешку или танк вызвать? Что скажешь? Танк, танк. Иду танк, 10 очков. Я трешку куплю потом. Хорошо. Так, тут дымовой пока подшипал. Отсюда гранаты. Тимаш, давай вперед. Пока нечем. Вартампл, ну не стреляй, ты двоих моих пехотинцев убрал. Ты вообще должен быть левее. Блять, почему у меня двое людей-то играют? Ну сука, заебали. Внимание, Бредля поехала. А, ну ему похуй. Ладно. Не забывайте про бейсбольки. Я на пол квадрат левее должен быть. Какая разница, левее или правее я? Ну, ты по моим позициям катаешься. Ну, блядь, да. Пехотинцев, сори. Послать, сука. Прекрасно. Квакан, по какого хуя ты делаешь на фланге фарватера? Да, блядь, ты должен помогать. Всё. А, это я. На пол квадрата я должен здесь быть. Что не так? Фарватер, еще раз увижу тебя на фланге... Ой, блядь, Квакан, еще раз увижу тебя на фланге фарватера, забаню. Ты играешь слева, вот здесь вот. Так это не центр, центр лево, Фаратор, как раз я, по этой я тебя напоминать не буду. Просто с конца игры бан словишься, что. Гранатометы, гранатометы! Срау! Подожди. Не могу ждать. Атакую. Летит. Ну, видишь, я не успел. Так, у меня идет спецназ. У меня встал ПТРК. Дракон повредил. Есть. Подбил. Значит, танк прибыл. Танком фугасами работает. Да, уже заряжаю. Заряжай и попробуй вот эту хуету выбить. Ну, да. И сейчас я буду светить, а ты работать. Работаю, я пока по тем целям. Что пеня? Нихтовка. Чего тебе? Или что тут? Короче, выбери танк нафиг полностью. Хорошо, давай попробуем найти, что у них там. Придется сами добить его. Код не лагает, прописью код не лагает. Еще раз добьете, придется? Перебью, добью. Спасибо, что еще мой этот воздавил Санчес в тур. Большое спасибо, я тебе очень благодарен. Никогда не сомневался в тебе. Какой птур? Ну ты придавил штурмесом мной птур. Большое спасибо. Так, Бардля жила. Не успею. Я мог ее добить, я сам скажу. Ну я пустил, но. Значит, тортик, бей все, что видишь. Я сейчас только не приближайся особо. Дрон не вижу. Блять, дрон в упор не вижу. Вали пехоту. У нас дрон. Дима здесь позырпишек. Над нами тоже вот, дрон. Вот здесь вот дрон. Я его нащупать не могу, я его просто не вижу. Вот белого. Вакампл, возьми меня... стрелу, у меня нет очков на стрелу. У меня нет очков, чтобы убить. Опасно сотратить внимание. Браво. Сейчас собью его. Опасно ЗРК сделать. Кино, блять, сейчас капса трой. А почу хорошо. Все нормально. Не повредил. Справа стрелу возьмите, все. Еще один летит, где-то здесь. Я еще одного ПЗРКшника беру, если такое. Ну да. ПЗРК, стрелу 10, еще раз беру. Все, сбил оба. Все, сбил. Так. Дрон, вижу. Дрон. Уже выстрелил. Только не убил. АГС. А ТГС это беда.
Это не беда, это хуёво, блядь. Чем очень? О! Отлично! Отлично! У меня АГС появился. Че летит? А, это шахет. Понял. Сейчас пробую. Нет, нет, нет. Там гранатометчики наши. Пузыркашники. Так, вот пузыркашника бы, конечно... А как же им везет сегодня? Я не вижу дрон. Я не могу еще все стрелу взять. Пузырка! Пузыркашник, сейчас я его... Сейчас я его... Я в комплексе раскручу. Блин, почему я опять просто сел и не потушился? Жду задание. Я знаю, но нужно стрелу взять. Я должен взять стрелу. Два очка. Жду задания. Так, мне... У меня БРДМ-ка образовалась лишняя. Сейчас я подведу ее на... Дима вот здесь сидит. Я знаю, я ему ничего не сделаю. Лично выбил. Вот здесь стоит на месте Меркова. Так, БРДМ-ку сразу снеси. Вот он. Жду задания. На 5 дрон запустил. Первым же выстрелом убил его. Да. Хорошо. Танк что ли едет? Дима, ж танк слышал. Ну, я не знаю. Может и едет. Брэдли. Мимо. Тур. Ну, попали. И? Так, у меня по ТРК прибыл свой. Сейчас я еще пехоту не вызову. А, внимание, Апач тело летит на правый фланг. А, конечно, к нам. Правый готов, типа, за. Я стрелу только могу. Матч обычный или спайковоз? Обычный спайковоз будет. Позаркаю, подвожу на фронт. Дельфин, тьфу, тортик, дымы, сразу мне. Сразу бы дымись. Это лонгбол. Здесь позаркашник возглавляет. Кого он уже стоит там? Жду задания. Почти. Нет, не запомнили. Он высоковато. Он не пустил КП. Куда сейчас покажет? Вот сейчас он на БМПшку пойдет. Да. Пролет бы была. Никуда... по реке. Нет, 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 там стрела моя. Топливо есть? Стрела не сбила его. Ну, собьет, куда не денется. Выпускайте просто беспилотники, я даже не знаю, где он пацан стоит. Хорошо, хорошо, запускаю. Я думал, что сегодня полгода слепил. За 15 минут игры. Был. Меня сбили его сразу слева. Там пехота еще. Чем там таким, что слева долбанули? А сам, который я не знаю где сидит, потому что он до беспилотника не запускает. Так, есть пуст! Есть, убил! Что убил? Ну, Веху меня убили. Дельфин, фу, тортик, говорил же. Димаш, ты меня с ним не путай, я не играю. Да я привык, что когда кто-то нормально играет... Кот не лагает, бля... кот не лагает. Чё он нам говорил? Обновили? Кто говорил, что он обновил компьютер? Все еще жду, говорил, что куда-нибудь. Летит направо беспилотник уже на фронте. Ну задание. Давай посмотрим, что у них. У МПК будешь сейчас кидать, да? Готов ты уже? Да. А, зашибись. Я запускаю беспилотник тогда. Давайте тоже сейчас беспилотник возьму. Так, блядь, ну, меня... беспилотник разбился при взлете, я понял. Слушай, тут что-то... Вот что-нибудь едет, наверное, но то, что едет, ты не выбьешь. Мне интересно посмотреть, что у них здесь, потому что у них здесь может быть этот... Драгун стоит, вот мог бы... Блядь, ну интересно. Спайк появился, ну только не спайк. Сюда садись. Чувака в помощь. Понял, лечу туда, но уже доведу. Блядь, ну мне танк убили, ну пожалуйста, играй на своем направлении, кто у меня справа, блядь? Ну ты видишь, да, что так? Все,
Блять, пиздец, полный здесь происходит. Пока что тебе не нравится, в смысле на своем направлении играть, а я где играю, по-твоему? Ко мне Юлиренко стягивается, блять, с твоего направления без конца. Там справа тебя Санчо должен быть вроде как они. Вот, ЭГПЛА сбил. Нет, 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 у меня пехоты, нету. Какой пехоты сейчас нам Брэдли есть? Сюда без Брэдли. Что я сделаю с Брэдлиой? Я не знаю. Помогите, пожалуйста, меня куча говна штурмует опять. Вот, вот не лагает. А, далеко, блин. Че, убил им по... Алло, ты, блядь, будешь стрелять? Димка, сообщай, если что, о ПРРках. Дим, у нас АГС. Вот на АГС надо скинуть. Там. Не, у них два вопроса. Гресят. Я говорю, плохо. Так, Тортик, у тебя что есть из поддержки? Ничего? Нихуя. Я карнаю. Ко мне к панциру приехали, все молчат, офигенно. Я говорил то, что у меня проехали, он без пулемета. Я не слышал, Дима, к тебе проехал страйкер панцирь. Я говорю, пожалуйста. Меня штурмуют, помогите мне. Ты не слышал от него эти фразы, нет? Не было. В смысле, блядь, не было, я говорю, прошу, блядь, играть вдвоем. Ты не слышал, это запах уже. Я говорю, играть в своем направлении, меня штурмуют вдвоем, Юлиренко, блядь, Нет, так, если тебя штурмуют, мне надо знать, что происходит с твоим полком-то. К нему проезжает страйкер. Меня штурмуют говном, ко мне проезжают, блядь, два хуйня. Это похоже на то, что к тебе проезжает страйкер, убирай панцирь. Ну вот, пожалуйста, Еренко и Лера меня штурмуют. Заебись, блядь, из-за того помощи никакой ко мне нет. Димаш, мы должны их додавить, а то иначе мы проиграем. Мы их не додавим. Нам нужна юнита поддержки. У тебя есть тип бинокль? Чё там, сколько еще играть-то? Сейчас гляну. Алло, алло, алло. Заняты мы. Так, ко мне подъехал СПМ. Здрасте, пока он что-то на нишу уходит. Ну, я... ПРРник сделал, внимание. Я помогаю, давай, ПРРник уже нашел, кто выбрал. Мне бы 5 пунктов установить. Кого пробуют? У меня фланг разъебан в клочья, блядь, двумя людьми. Здесь ездит, блядь, этот страйкер с АГСом и плюс ко всему еще и спайк. Ну да хуя требуйте, блядь. С танком осторожней. Не подъезжай сюда в Акэмпл. Uh-huh. Сейчас я сюда куплю шилку, раз ты танк взял. Давай, пока отведу. Блин, с меня с реки бьют. Можешь что-то с этим сделать, кто там на реке играет? Я на реке, я пытаюсь продвинуться. Нет, ты, ладно, продвинулся, но чтоб хоть меня не били оттуда. Ну, я здесь я за холмом, я не могу отрабатывать сюда. Он еще раз говорю, вот это сюда прилет беспилотников, знаешь, что у них рисов тул? Я не знаю, что у них рисов тул, не знаю, где у них клоу находится. Я могу запустить еще один беспилотник. Просто запусти тебе два беспилотника, например. Во, блядь, пока я у тебя беспилотники запущены. Я пустил. Давай. Я запускай прямо сейчас беспилотники и лети. Прямо? Слушай, 113 сейчас. Тёва, Кэмпл, у меня появился... Это последний беспилотник. Блядь, ну у меня пока появилась беспилотник шилка. Занят. Ну ладно, давай, ща отработаю из-под неё. Ща с бардака покромчаю тут. Вот это добить надо. Меня уже сбили. Пофиг. Так а чё, у меня больше нет. Ты лайк, как будто минус у тортика. Ладно, сейчас попробую добиться. Пырёшь, прям на меня вверх с гранатометом почитайте. Вот, тортик, отлично, вот то, что надо. Бля, машина. Еще бы ПТ что-то, я ПТ возьму, пожалуй, сейчас. О! Корнет. Корнет у меня есть. Ну, еще надо, у нас мало. Дыми бардемку. Включай слева радар. Слева радар включай. И меня опять здесь. Они немножко просели. Теперь, Тортик, давай долби их АГСом. То, что ты видишь. А я буду продвигаться пехотой. Вот так, да. Бабах. У них гранатомет. Гресят меня в ответ. Что в ответ? Не фанкетуй, сука. Так, я подойду миномет поближе.
Я МГС разъебал, Тимош. Хорошо, молодец. Это был очень много. Пока я пол играть танком, у меня приехала шилка, я же говорю ведь. Лети, чё на газ. Поближе её подтяни, где она? Вижу. Уходи, уходи, тортик. У меня колесо подбито. Ремонтируйся. Жду задания. Эй, чё ты про тракер сделал? У меня тут АГС стоит. Да, посмотри на миникарт. Не пытайся стракер атаковать. Что надо брать, Димка? Есть чем убрать? Противопехотным вооружением. Это бесполезно. Хорош. Я рискую, давай. Есть, подбил. Еще дам. Готово. У тебя пехота, пехота вперед пошла. Блять. Да, вижу. Шарат, шарат. Где? Вижу. На центре. Он со включенным радаром, можно по РР-ку попробовать. Нет, БРР. Пизда, блять, прилетело. Ну, я пытался засветить. Но нормально, меня не убили. Танк! Ничего критичного не произошло. Танк, мне нечем останавливать. Ну, корнет только. Ну, у меня гранатомет. Зря жопа, которая у нас, но... Я что-то выбил. Я корнет с белого. Ну, ценой чего. Я тебе говорю, я не сбил его. Послышал, что ты сбил. А ну иди сюда. Хорошо попал. Почти. Димаш, аккуратно попал. Надо взять. Не, взорвалась она. АГС там сидел, меня... аккуратно, блядь. Он меня сейчас АГС. На. Ой, бля. Танкует. Вот здесь вот добить, вот сюда герань можно? У меня гранатометов нет совсем на танку. Тимаш, убери вот это. Добью, добью. Возьми, да, я уберу, я должен работать сейчас. Хорошо. Я уберу, конечно. А, Дима, 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 герань сюда надо. Он на траке стоит. АГС то накинул. АГС то чей? Их что ли АГС? Да, у них да, там, да, там, у там. Них это. Где он? Спайк, спайк, вот спайк, Дима, танке. Спайк высадился. У них патриот здесь. Справа здесь от танка. Я запускаю слева дрон по мере возможности. Жду задание. И АГС-очка. А, на этот. Нет, да по танкам. Это на танке АГС, тоже. Танки вижу. Я тебе и говорил. Я не понял. Давайте ну, туром стреляем еще, может, остану. Подведи чуть вперед. А, ну, все нормально. Дистанция. Нужно еще пехоту, у меня заканчивает. И осторожнее, пожалуйста, ты рискуешь. Ну, как обычно, похуй туру. Танку так, тура точнее. Ты промазал. Ты промазал, Дима. А, спайк так и не ушел, кажется, с направления. Да. Последний герой. Куда? О, по спайку приоритетом танк уже не боеспособен. Так, у меня танк прибыл. Дима, Санчес, ой, как тебя, блядь, Димка? Какой Димка ты, блядь? Димка вот здесь, это боеприпасы их, и бредля на траке. Я там патриот видел. Жду задания. Дима, запускаю слева беспилотник. Жду задания. По спайку летит герой, что ли? Угу. А, слушай, в окампу проверяй их не БТР, у них там трубы бывают хорошие, они не собирают. А, Дима, отбой здесь, спайку уже нету, переводи на танк. Как я знал. Нет, пустой у них БТР. О-о-о-о-о, это моё. Убей его, убей! Убей! Адрес кайф. В каком-то смысле попал. В каком-то смысле не считает. Не тратил на него внимание. О, боеприпасы здесь. Можешь перевести, если еще есть возможность? Сейчас. Ну, по мне, ударная авто... Это не ударная, это непонятно что. Блять. А, ему без разницы. Ну, хотя нет. Спутника сюда подойти.
Сука, у меня спайк сплотил. Спайк возвращается на позицию. Че мешает? Танк? Да. А фиг я ему что сделаю. Ну это понятно. Спайк, попал. Вести его просто. Давай. Спайк по метке. Сейчас подсвечу. Да, метка на спайк. Могу сейчас спайк зашатать. Дима, шахит кружит просто так. Ага, мне танк сожгли. Окей. Да. Кассетка пошла. По мне, наверное, да. Нет. По Тору. Я убрал. И минус. Ну не минус. А, ладно. Внимание, ПРРК взлетела. И летит на правой поддержке. В 35-й. Там, он отпустил почему-то. Дима, передвигай Тор. Я знаю, сейчас. Да, и Тор не хочет, да, скольца. Блин, это меня бомбят, да? Зашибись. Тебя, нас. Где спайк был? А, спайк вот здесь, на долгосрочной метке слева. Меня корнет выбили, мне нечем отбиваться от мне танка. Меня тоже выбили. У меня, ну, я от этого того ВВ везу. Окей, ну я со сложником вызвал. Помоги, пожалуйста, танком нам. Сейчас посмотрим, что дальше. На месте стоит АГС-то. Знаешь, не помогу. А когда сможешь? Не, он постоянно двигает. Надо траки выпускать. Так, гусь, нет. У тебя бук правильно едет, а то что-то как-то близко. Да, правильно. Что говоришь? У тебя шилка цела? Шилка, да, цела. Все, а то спайк прилетел, такой, что за прикол? Он не забивает с гарантом его. Нет, у нас авиация улетает. Ведь куда он? Пытаюсь сюда на своем продвинуться вперед. Вот, проползает у вас здесь. Вот он танк, вот он. А кто у вас, кто здесь играет? Жду задания. На острове кто играет? Да я играю и... А где пехота? Да выбили всю, сейчас авиация прилетела. Идет новая, но... Время надо. Я поставил его на трак, Димка, давай. Давай, Димка, вали его. Куча этих, Димка, вали его. Стоит ли брать бережок? И там еще АГСница самоходная. Димка, вали его быстрее. Сейчас, подожди. Ну, ёлки! Меня там уже сейчас порву. Пехота не успевает. Че, летит наш, не наш дрон? Нет, наш. Вижу. Димка, пока танк не бьёшь, мы не сможем дальше продвигать. Светите его, блядь, хотя бы, не? Он на метке стоит, он... Он на метке, вот он. Куда? Я постоянно прям на него. Блядь, пизда, мне патриоты прийти. Вот это бы тоже убрать. Не убьёшь его? Выбил? Ну как видишь. Я не вижу, я пока тылом занят. Короче, тортик, аккуратненько. У меня пехоты уже не осталось там совсем. Только за свет. Понял. Летит ПРРка по Тору. Жду задания. Я сейчас 2-3 пехоты подойдут, тортик. Я попробую что-нибудь сделать. Но у меня ПТРК все выбили. Жалко, у нас беспилотников нет, не можно даже посмотреть, где Тор стоит. Я опустил беспилотника, его сбили моментально. Есть беспилотник, давай, они может. Сбивают все. Так, я тащу беспилотник. Пизда, спайк прилетел. Меня танком тогда. Сейчас подержу. Да, я тоже танк себе взял. Ну давай тогда обратно пока мы. Все, да, внимание. нормально поддерживаю пока что его. Я не скоро еще смогу что сделать. Так, отхватываем точки назад. Димаш, я убил им всю поддержку. Отлично, отлично, у меня сейчас пехота подошла и танк отремонтируется наконец. Да, у них там пехоты дохуя только. Меня миномет еще идет. Я бы третий заказал. Пока в целом нормально. У них танка больше не будет. Если сейчас меня с фланга не начнут месить, то мы сможем все-таки занять пол. Нам нужен трёшка.
МК-19, ты приоритетом, он хочет убить от пехоты. Я везу уже трошки. Хорошо, хорошо. Ты беспилотник, Тимош. Блин, у меня уже кончились ракеты. Сейчас, я тут по зеркам. Жду задания. Чего они там? Страйкер или ГС? Да, страйкер остался. Сейчас я буду встречи везу. Они все передвигают танк, тебя, возможно, высветили уже и по тебе бомбу скинули. Там у них этот, 15-й есть, так все страшно. Снес беспилотник. Как там горят? Не горел. Более чем без чего гореть-то. АГСница мешает, конечно. Она нам сейчас посносит все. Димка, ты сможешь ее выбить? Я занят. А... выбил? Я попал по ней, фугасом. Попал, отлично. Принял, Санчес, хорошо. Слева две УПКшки. Нет, ну они поехали сюда, тут кот и еще. Ну там передвигай. Вот здесь выбей, по метке пехоты выбей. Крайняя, правая, верхняя. У меня пехота уже кончилась, считай. Что прилетело? Боеприпасы мне прилетело. Забыл про них. АГСы, они живые еще. На месте танком не стой подолгу, по тебе бомба прилетит. Да я понимаю. Так же долго. Достаточно. Проезд, тортик. Останови 30-ку, она поврежденный. Или я сейчас гранатометами. Опа, самолеты пошли. Сейчас посмотрим. Ой, это чё, а чё в меня влетело сейчас? Да там до хрена всего. Блин, тортик. Что? У тебя ничего не осталось совсем? Да. Ясно, я чинюсь ещё, я не могу. Брат, я сейчас сюда бог поставлю, будешь строже. Прямо сейчас, надолго ты его поставишь там? На засаду. Блин, с СДБ летят. Димка, нужна поддержка. А, да, в меня прилетела она. Нас тут выносят. Краски будут. Не, давай, нужна поддержка вот так же, как они. Хотя бы стрелу десятку сделать. Да есть стрела десятка. Стоят, две штуки на меду стоят. Есть ПЗРК, мы сбиваем беспилотник. Еще одна СДБшка, меняйте местоположение. Назвика поменяйте. Да, уезжаю уже, и тем, и тем. Повторяю, нам нужно выносить технику. Иначе... желательно вражескую, кстати. Ну, блин! И я слава тебе! Я вас только что спал от К-59 есть что-то. Димка, вынеси им технику. Я сейчас хотя бы одну единицу технику засветили справа или нет? Нет, так чтобы не могло читать. Они там встретятся постоянно. Вот я сейчас ничего не вижу. Народ, я видит, сейчас здесь что-нибудь есть? Беспилотник я тебя сейчас запущу. И ты их вынесешь, если я ты требуешь. Я беспилотник. Я не буду в байстрайкере, сколько все смогу. Выбей АГС страйкер. Я взорвал, сука, спайк в 50 метров, а меня кумулятивная струя за 50 метров пробила и, блядь, мою кладку взорвала. Блин, тортик, можешь это вынести? Демка, твой бок минус. Короче, нас прорывают. Разбомбили с воздуха. Я Тимоша покопью еще, потому что... дрон летит. Сбейте дрон, я не могу. Заебись, они танк этот уничтожили и начали меня прорывать, блядь. Причем багом, блядь, уничтожили. Что за хуйня? Почему, блядь, не настолько неадекватные спайки ведут себя? Саня, что ли, купить? Тимаш, чего? Все плохо. Все плохо, конечно. На поддержка. Я сейчас возьму тревожку. Пехоту возьму сам, а трёшку отдам тебе тогда. Я надеюсь, что все-таки нас не будут выносить с воздуха опять-таки. Дай его, блядь, стрелять, чтобы он умер. Там опа, панцир минус. Блядь, ебаная шилка. Я, кстати, хорош, диверсанта блядь провёл через тело. Давай сюда попробуем долбануть, иначе они отсюда встретят. Давай, сейчас я диверсанта провел. Да, ты бережок близко подводишь, что нам? Димка. У нас тоже не сюда.
еще раз, я мне вот беспилотник, у меня сейчас готов МПК, я готов всем патриот, но не вижу ничего. Беспилотник бит, скажи. Беспилотник в откате, сейчас закину. Блять, пиздец. А, мне шилку уничтожили. А, блять, если спайк слева не законтрит, Лёма... На миномёт и страйкер едет, Тимош. На миномёт и страйкер едет. Сейчас, подожди, у меня где-то был дрон. Ну я попробую его выбить, на тогда тебе пехоту. Санчес, я... Мне есть пехота, я... Короче говоря... Блять, я когда тебе её давал, ты её не уничтожил. Я кинул туда герань на пустой метке, и ты стал ушёл. Так, миномётный страйкер. Тимка, можешь вот это выбить? Он на месте стоит, он сейчас выйдет. Да. Он не уедет. Уедет. Он не уедет. Там агрессия. Сейчас отработаю. Погоду, сейчас разберу. Дай тортик, прикрывай тогда. Я тебе все-таки дам пехоту. У меня дофига пехоты. О, патриот застился, наконец. Хорошо, давай тогда. Ну, блядь, с биноклем. Ты думаешь, у меня он не сдохнет сразу? Меня зачищает абсолютно все направление, Санчес. Это не так просто, как ты сейчас говоришь. Я промазал маркером по воде. Так, надо... Надо не забыть, что... Можешь самолет убить? Да, ну, блядь. Граната, сможешь самолет убить? Что? Пролет. Какой пролет? Нет. Право, пролет самолета. Нет. Да. Как? Теперь уже нет. Теперь его. Блять, ну спайк опять. Так это спайк. Ну, блять, что ты мне рассказываешь? Больше на метке спайк стоит или где? Сейчас нет, он уже съебался. Надо находить, где у него снабжение стоит. Находил. Что-то сейчас... не подсказывает, оно вот здесь стоит. Есть у тебя МПКшка сюда скинуть? У меня все есть, что будет нужно. Вот здесь вот, Дима, вот сюда скинь, здесь боеприпасы стояли последний раз по долгосрочной метке. Где еще два ящика лежат на земле. Если они их не передвинули, то ты взорвешь спайк. Вот давай с гранатом. Да? Задержка кинь в кабину, задержка. А у меня РГН и под... РГН кидай, РГН кидай. Так, а мне ползти лучше к нему? Просто уже беги, он тебя спалит. Думаешь? Просто РГН в него кинь и все. Блядь, лагает. Через FL. Ну ты уже там вообще не кинул-то. У меня лагает падение. Блядь. Внимание, в 15-й взлетел. И у него... Он не успел взлететь. Да. Понятно. Блять, напишите лох кто-нибудь в чат, а то я не могу даже чат открыть. С танками осторожней, пожалуйста, они до сих пор гоняют эту хуйню, и я не знаю, что с ним делать. Я не знаю, что нам делать с АГСами, это просто пиздец. Да их там много очень. Сил потрясся с пайком. У меня сейчас оживет танк. Но там у них еще и брыгли. Блять, вот уж извини, но у нас самый лучший касс это деревья, блять. Да ну нахер, Санчес. Кромка будет. Накопимся для атаки за сельским туалетом. Ну, блядь, шутки шутками, а здесь серьезно, битва за сельский толчок идет.
Санчес, я это все понимаю, но не позволяют они подпустить. Сейчас он по карте красиво прилетит. Я понимаю, что я понимаю, то что тут, блядь, дохуя пехоты от Юлиренко. У меня размен происходит 3 в 1. Ух ты, ну, это что-то там хорошо снесло. Я вообще в патриоту кидал у него. Нет, это был не патриот. Так, тортик танк ложил. А пехота-то на миду у него нет? Ну, что, получится проскочить? Ой. Короче, БМПТ или Владимир брать мне? Владимир. Спайк вообще молчит. Владимир, давай. Сейчас фланга опять долбит. Я тебя, кажется, понял, где у него патриот. Жду задания. И я его убил. И он меня убил. А может, я его задавил тогда? Я не знаю, возможно, я случайно, когда проехал, задавил его, я не помню уже. Возможно, спайк отлетел случайно. Нет, Джава, дымись. Народ, нужны письмоводники сюда. Сейчас отпущу, но у меня последний. Их патриот прям близко к фронту стоит. Ну так это Джава была, я тебе говорю, дымиться. Вон он, вот он. Димка, блин, Димка, хочешь прикол? Давай. А это тоже с четырьмя гранатометами. Миномет у них. Поставь метку, потом. У меня ствол не опускается. Я поставил метку на патриота. Сдам, пустил. Передо мной. Есть чем жить? А если убью, мы все самолеты могут победить? Димыш, можешь Брэдли убрать, она мешает? Ну, я попробую, но у меня там танк на меня сейчас едет. Сейчас танк убью. Танк сейчас убью. Нет, я по Брэдли все-таки отстреляюсь. Танк, главное, за свети сейчас удержусь, я его убью. Я Брэдли закрыл, забей. Стреляюсь, ладно. Так, вижу на Самс. Вот на Самс. Вот он танк. Сейчас на Самс прилетит. По мне попал. Танк сидите. Танк сейчас со мной будет долбить. А, все, он что-то горит. Добьёшь? Не надо. Он уже сдох. Хорошо. Почти. Нужна разведка сюда, здесь где-то грузовик снабжения стоит. Мне сбили бы пула, который туда летел. Жду задания. На миду у него нет. А отсюда, кажется, пуск байка был. Отсюда. Поставил метку. Я без соседок адрес не буду пускать. Жду задания. Так, что там едет на меня? Дювелин этот самый. Тортик. Тортик, вот здесь подсвети. Тут что-то едет. Подождите, Маш. Приехал его. А, спайк здесь. Стоит на месте? Поставил, да, стоит на месте. Жду задание. Справа от Макбета. Минус спайк. Отлично, ты его разнес. Ну, выбили танк, конечно. Наверняка сбоку откуда-то, да, там. Ну, а вы танк таким выбили? Ну, он пустой там, и сильно поломан. Добивайте, я сейчас почти. А уже нечего. Там миномет и стратик за колонн стоит. Его надо выбить. Ну, сказал бы раньше, я бы туда скакал пока что. А ты меня не замутил, случай? То, что мы говорили. Нет, я видел здесь. Жду задания. Вот там он и ездит. С ПБшками хотят павлов. Димка, дай одного мужика из боеприпасов. Тим надо, если там двое. С ПБшками вообще в последнее время какие-то проблемы, они плохо работают. Сейчас мы Леру запушим. Давай, да хуй мы ее запушим.
Пусть есть здесь, резервы, блядь, точи резервы. Сработали СПБшки. Я точу резервы, но, блядь, здесь пехоты, хорошо. Примерно отрядов 5 на холме. Ну, ты пойми, у нас тоже резервы не резиновые. Мы и так простреливаемся с ними 1-3. Нет, там за холмом стоит бесплатный, тот самый АГС. Перезаряжается. Я скоро выкуплю беспилотник. Димка, я почти подкрался. У меня 4 вот этих сразу. У меня самолет ведут. У нас 25 тысяч. Они об самолет же ведутся на них, да? Да. Давай, подкрадывайся, я сейчас тебе прикрою, пока пехоты. О, подсуку против подсуки. Жду задания. У них что-то на филде сейчас есть ценное? Грузовик снабжения и 15, который не убивает. А что первому убить? Снабжение. Снабжение выбивай. Ух, у меня там три. Там даже наводиться не придется, оно, блядь, сама. Жду задания. Раф, это же этот, как НЛАВ, да? Так, Дима, я выкупил беспилотник, скоро придет налево. У меня МПКш как раз через плетечку. Беги, Форест! Блядь! Беги, блядь, Форест, беги, блядь! Что ты пиздел за 25 отрядов? Жду задания. Посмотри, что у них здесь. Пробег до аэродрома, блядь, беги. Так я тебе и говорю, мы расстреливаем их 1-3. Но Дима, все равно у них дохуя всего. Я запущу беспилотник, ты выбьешь? Нет, подожди, у меня сейчас крутая идея есть, подожди. Ладно, подожду. Давай, ну, недолго. Я не знаю. Вот тут вот он. Надо. Я пригнал резервы. Сейчас все дружно смотрим на аэродром. Вражеский. Вы что там? А, справа гранатометчик. Кэмпл, справа гранатометчик. Не сейчас чуть попозже. Ну уже скоро, да? Вот собака. Почти убила. Да это незачем зацепиться. За это надо. Конкурс, все. А у них на аэродроме ничего нет. Тортик, меня что-то прорывают, смотри-ка, там... Нет, подожди. Вали его. Дима нас самолет разбомбил. Все у него удачно, он мне резервы выбомбил. Самолет. Отлично. Ну, все, тогда у нас удастся закрепить фланг. Есть две Х-308. Вон там этот хайтер стоит. Он точно по метке, ты сможешь навестись даже без света. Сейчас я тебе даже засвечу, вылетай в нашу сторону. Какой из трех меток? Подожди, подожди, сейчас. Помечено как артиллерия. Сейчас свет будет, подожди. Он раньше КВП у Т-90 реагировал на Жавелина. Вот он. Наложусь. И вот сразу по бредля кинь. Пусть трекер бить. По бредлю буду кидать, по бредлю. Ладно, сами попробуем. Не промазал. Кинул по бредлю. А он отъехал. Блять. Он там затонился, не найду сейчас. Беспилотник сам сбей, я за ним буду тратить. Да я надеюсь, что получится. У меня одуплится ПЗРК. Я не вижу этот беспилотник, не могу сбить. Да для Х-308 сможете. Да блин, что такое, у них где-то есть. По ТРК. По Кампл, есть чем сбить БПЛА? Конечно. Где он? Займи, 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 Корнет, Корнет, займите кто-нибудь. Блять, не могу высветить его. Шиша. Он светится. Блять. Ну, в том плане, монитором. Не подпускай Корнета никого. Но он улетает. Не успеваю. Выбили его.
Так понимаю, у нас фронт неожиданно сместился на 100 метров вперед. Ты десятый возьмите у нас. Очков мало, Дима, уже завершающая стадия игры. Блин, не спасли. Ну там что-то и есть. И так на последние резервы воюю. Запускаю слева дрон. Вылетит сучка. Да? Чё так работает? Сейчас сам вылетишь от таких комментариев. Уезжай оттуда, законов области. Уезжай, там плохо. Там батарейка какой-то стоит. Можешь паузу на 3 минуты поставить? Нет, что за проезд? Тогда я не знаю, мне надо дать на 3 минуты. Передай, Санчик. Жду задания. А что за дрон летит? Наш, не наш? Санчик, сейчас ротор, тебе войска передаст, ваш. Дима, у тебя есть что-нибудь дешевое помогать слева? Нет. Санчик, я чтобы ты их не гнал в атаку, чтобы ты их сохранил. А что, у тебя танка слева нету, да? Нет, нет. Я ВПРу не оставил. А, Дима, боеприпасы высветились. Я перезаряжаюсь, метку надо. Хорошо. Вторую метку. Еще боеприпасы. Да. Жду задания. У нас ЭГС самоходный, всю игру. У вас БМП-3, если мы нет. Уже нету. Ее с центра завалили. Еще боеприпасы. Так, пытаются проползти, сейчас я нейтрализую. Боеприпасы переезжают. Отсюда метку берите. А, нет, не... Понятно. Ладно. А что под кустами там интересного стоит? Интересно. Под кустами? О, хер знает. Сейчас у меня ПКшка зарядится. О, хорошо, поставил прям подобную ПКшку. Да ладно, еще... Еще и мой снаряд, что ли, падет? Так, я тут, передай мне обратное войска, Санчес. АГСницы самоходные нас долбят. Право. Мина прям на него упала. Он боеприпасы пока что не передвигает. Ну это хорошо. На тебе, короче, бонус. Пополни АГС, тур, я тебе... Угу. У меня боеприпасы есть. Слушай, если что, слушай, если вот здесь пожар, говори. Жду. Ладно. Надо бы пулик выбить. Смотри, если что, у меня стоит бэха в резерве. Есть хатры с СМА, две штуки. Ну, на правом фланге, выбей ГСницы на. Метку. Да вот они шастают постоянно. Я заебись, могу... боеприпасы выбиты, Дима. Вот я дрон запускаю и, пожалуйста, выбей ее. Я уже приступаю. Ну, дрон все равно пошел. А кто у них на поддержке? Виталя. Ну, блин. Мимо! Димка, ВПЛА надо на центр? Только сюда это миномет, а там еще самоходный АГС есть. Там стоят эти управления станции? У меня слева такое. Так, отлично. Слева мы... Сейчас, слева мы, Саня, принципе, у меня... Сейчас мы зачистили, надо направо запускать дроны. Один готов, давай. Еще один остался. Я потратил. Ползет в атаку. Так, ну, да. Надо было, конечно, выбить его. Я чуть-чуть. Ладно. Пополняется. Сейчас. Да вроде. Димка, вы второй будете играть? Да. Так, я пишу... Да, пополняется Санчик. Это только первая игра, вы издеваетесь? Пусть на не просри, не просри. Это кого? Отборные ребята. Ты ж понимаешь, что у меня тут штурм идет? Ладно, мне троих отдашь, я троймер, я троих буду отловить, там я попробую попробовать. Разведку для Димки попробую. Так, Торчик, ну чё, какие у тебя силы есть? Какие ты силы у тебя есть? Да. Какие? Опасно, вот было внимание. Димаш, как там у вас справа, нормально? Дима, запускаю дрона на центр. Я пойду на правый тор поставлю. Будь, я тебе все поставил, чтобы ты не смог. Апач. Дальнобой. Блин. Все, бук на презерватку. Тор на справа отменяется, он на самом деле.
Вакампл, береги эту фигню, береги, береги. Надо нужна. Зарка, готовься, кто хочет. Где она? Где ты залупа летает? Ну, может, он не будет на ханге уезжать. Тортик, играй лучше у себя, там у тебя проблемы. У меня пошла новая пехота. Слева все норм. Все, пускай он про ханге забудет. Все, отлично. Вижу. Право позорка готовить. Тима, что будем делать с Бредлей? Не знаю. У меня ПТРК, конечно, есть, но... Вот он летит, летит, летит. Ой, он к нам летит. И бах. Удалить. Аккуратно, сам сейчас этот. Я только что ее привел. Там еще этот самый самоходный есть. А вот с собачьем я ничего не сделаю. Это что, контрнаступ или что? Бля, я почти его сбил, Тимош. Зимка, почему он американские ракеты могут управляться, а твои вот эти вот нет, русские? Нет, не ракеты. Ну бомба. Я не понял. У меня пехоты не осталось. Меня сейчас подожмут. У меня еще два отряда пехоты в резерве с нас. Так, Апач летит, собака. На, хватай. Не достаю. Право вот этот АГ светить его. Да нечем нам светить его. Я забыл танк починить слева. О, бля. У нас и пехоты-то не осталось. Три снайпера стоят. Можешь у заправки ты можешь хашкой ты попасть по вертолету чё, так? Один страйкер. Второй надо выбить. Вот он. Ну, хотя бы свети вот этот ключ. Ну, блядь! Нет! Они мне карнет. Сейчас слева выбили. Снова прорывают мало. Нас, блядь, расстреливают. Ну чё ты за говно? Почему оно не убивается? Так, отлично. Выбил, да? Ладно. Тортик, осторожно. У меня пехота появилась. Сейчас под прикрытием пехоты только наступай. Понял? Там у них могут быть ТТРК какие-то. У них есть ТТРК там. Это... Блин, не надо мою пехоту убивать, Тортик, пожалуйста. Ты переехал грузовик. Как этот баг есть, я не могу с техникой взаимодействовать. У меня просто как часть карты попадается. Тортик, выйдите вот сюда, не приближайся к левому флангу, там полно пехоты и ПТРК противника. И вали все, что видишь. Блин, Дима, если есть бомба, слева были бы очень полезно. А у Гамеса, кстати, сейчас нихуя нету, блядь. Приведите подкрепление налево, они начали, блядь, ражить мясо. Тортик, не... Сейчас мы их выберем. На центре осторожно. Давай пехоту веди вперед быстрее, пока они ПТРК не хорошо, развернут. Хорошо, хорошо. Возможно, меня уже ракеты. Там техника опять приехала. Ну, я говорил. Да. Я говорил. Че он говорил? А он ведь говорил. А, гранатометчик бежит, слав. Я его лап. Попал, но не убил. Ребят, биноклем следите, ответный огонь уберите, как бы 6 на 110 сколько там метров. Найдите. Спольник, он полетите и подальше. Ну, здесь сидит чёрт какая-то. Обе спольника сюда дайте. Правда, смотри. Сейчас. Пехоты надо больше, потому что сопротивляются. А, у них еще 870, у них очков было больше. Так, Димка, справа есть беспилотник. Если надо, я могу запустить. Давай. Макбет едет. А патч слева по замкам. А ты выбьешь что-нибудь, если я вот забушу? Ну все, пизда теперь.
Вон твой там агрессный страйкер. Он, вероятно, твой... Меня... А, блин, опять. Еще не подошел. Агрессный страйкер, он заплясал. И я его сейчас... И бродля там еще. А бродля я не кидал. Хорошо. А, черт. И по мне сейчас прилетит. Страйкер, сапер. Страйкер тоже. А, Санчес, можешь налево резервы привести? Я приведу свою хуйню. Ну, пехоту надо. Блин, когда ПЛА сейчас будет на центр лететь. Готовься. Ну, в мой. Отлично. Кто это? Тоже. Димка, а зачем ты на нем летел в пролет? Во-первых, чтобы испугать. Так у тебя же на него ВВ-шек нет. Есть. Так кто его сбит? Есть еще одна ВВ-шек. Ну, вот здесь на месте стоит хуйня. Расстреливать нас. Я выйду. Ладно, окей. Тогда по страйкеру. Ну, если это капитан команды говорит, то ладно. Это капитан команды говорит. А кто на общую станет? Сейчас. Ты... Да, Виталий, давай. Ну ты дурак. Ну вообще я против Гомеса играл. Стою на общей я. Нет, вот ну я против Гомеса играл. Ну ладно. А Лакампа на общей. Кто на общей встает? Знаешь, что? Да у меня пехоты не брать нечем уже. Все. С первой вкладки только берешь. Ну все, только из первой, второй вкладки берешь их. Из каких других больше не берешь. До конца игры нечего брать. Так что... Ну это уже пососали. Блин, вся команда из ГМС поиграла, вот это сильно. Сдались? Левое направление проебалось, а ГМС виноват. Они не сдались? Еще нет. Ты по страйкеру ракету большую упустил? Цели больше нет, нихуя. Тортик, я тебе говорил осторожно. И все еще нужно осторожно. Посмотри, может, давай в грузовик. Слушай, давай в грузовик. Нет, у меня не хватит, наверное, дистанции мне сбили. Станция управления поближе подбери. Дима, покажи свое доминирование. Взорви пехоту. Нет, все равно грузовик. Больше нету этого. Дима, покажи доминирование, сядь на их аэродром. Я на счет там быстрее. Ничего себе, просто Су-34. Чего вы такие радостные-то? Вы... Вообще-то проигрываем. В каком месте мы проигрываем? Мне кажется, я выигрываю. Может, поддержка-то и победила? Ну, в плане, мы лево уже пробили. А, есть. Так спорим, что за день. У нас еще... Надень на него этот. Просто надень на него, я его затрофею. Но я больше уверен, что Виталь поиграл из-за Гомеса одного. Да, Гомес за всем виной. И вообще Гомес пидорас, да? Кстати, а где Сталин? Куда он? Гусик, где Сталин? Я не знаю. Где хороший игрок? Занимается плоскими утехами с Витали. Козырка готовь. Гусь, да имеешь гусь, пока гусь. А, да, он сквозь дымы навелся по мне. Так и фаер же. О, он сквозь дымы не может наводиться, он может запомнить цель. Думаю, самое время копаться. Нас, позырка. Санчес, ты по земле стрельнул, бам. Это по вертолету было, не пиздец. Это было на земле, бам. Так, а ты ведь берешь только из первых? Дельфин, привет, Дельфин, привет. Привет, Дельфин. Я из вообще беру. Что за подозрение, а? Только, ну, на всякий случай, Сева в прошлый раз тоже говорил, он из общих берет. Ребята, а чё они не сдадутся, чё они тужатся? Слы, Гомеса кикнули, он всё ещё виноват. Так, у МПК летит ко мне, да? Подожди, а Гомеса кто кикнул? Ладно, я сам промазал. Они попросили кикнуть. Я понял. Гомес кикнул, он все еще виноват, как тебе? Дельфин! Дельфин, запомни, от Виталия здесь ничего не зависит. Пули смелых боятся. Ну, знаешь, синдром Сталина. Бей страйкер! Нет, синдром Сталина это хорошая игра.
Ну, Виталий так и сказал. Тортик, ты готов? Подожди, я тут на правом фланге технику... Димка, у этого форса, как МПК-шка могла так сильно промазать? Там есть какой-то сейчас баг, непонятно. Я не могу понять, почему она наверх целится. К тому же, почему американская может доводиться, ну, с помощью игрока, а русская нет? Дима, пожалуйста, выдай бан. Мы ГГ написали. Выдай, пожалуйста, бан за неисполнение приказа командиру. Ничего этому... себе. Блядь, как его назвать? Подожди. А что за голова? Димка, что это? Амеба, амеба, это оскорбление. Если назвать амебы, это оскорбление амебы. Ну, как бы... Дерьми, ты это видел? Это тупее тупого. Это тупее... И не закрывай катку. Мы будем сейчас вычислять пидораса в команде. Просто будем вычислять. Это кот и лагает. Это ты, Виталий. Это ты. Да. Это ты, Виталий. Он вычисляет того человека, который говорит, что купил 10 дронов за игру. Ну, скажи, пожалуйста, кто к тебе на фланг не приходил за всю игру? Да, у нас было только 3 человека. А через кого прополз тортик? Вопрос? Ваш левый, по воде. По воде? Конец. Баг. Нет, ваш Дима, можно побольше организовать? Ваш левый фланг. За 2 недели, за повторное нарушение. Я просто друзья, не знаю, левый фланг. Где приехал Санчес, Вакамбо? По воде, по воде. Это... Тебе то, что сказать через левый фланг? Какой по воде? Откуда ты взял? Блять, по краю карты торт прополз. А, по краю карты? Это кто? Смотрите, пацаны. Это Лера. Край левый. Это Лера была. Это Артём. Через меня прополз торт? Да! Извините передо мной, извинись передо мной. На коленях. Да, все, извини, я думал, что у нас, оказывается, тут проститутка появилась в команде, я понял. Ну это план, это оскорбление. Да, ладно, я понял. Меня хуесосил, всю игру меня хуесосил. Да, я думал, что ты уебище, оказывается, уебище другое, ты молодец. Сева, Сева, ты оскорбился. Тренинг за оскорбление. Два металлиста, это у Лариенко за игру, который не обосрался, и единственный, кто делал хоть что-то. А, да, это да. И Цео, все. Ну... Я так и не понял. Ну, котик, кто просто играл. Подожди, флип, молодец. А теперь люди задумайтесь, у Леры очков больше, чем у поддержки. Буквально. Да, Виталий, я нихуя не делал, да, я нихуя не делал. Я не знаю, я не читала у МПК-шки. Да, я не читала. Виталий, не пулёвчи, мне убили в 15 на 3 зря. Она пропустила 3 диверов, блядь. А ты убил вражескую поддержку. Дима, ты нужно... Дима, нужно пофиксить баксов 15-м, он не заправляется. Подожди, можно я спрошу? Я смотри, у меня он заправился, я взлетаю 200 литров. Илья, подожди. Привет, Кот, привет. Почему вы так наехали на Гомеса опять? На Гомеса? Потому что это инвалид. Человеку говорят, какие юниты брать. А его банят. Ему похуй. Человеку говорят, встань пехотой в оборону дальше, уступи точки. Ну, похуй. Форватор не убивай, не убивай. Он берет отряд пехоты, ведет весь отряд на АГС. Ребят, передайте привет всем, кто будет смотреть видео. Всем привет. Всем привет, всем привет, Гомеса. Я отвечаю за выпуск «Игра Гомеса». Дима, не закрывай лобби сейчас, надо...